Как снять размеры для заказа рулонных штор с пружинным инерционным механизмом в интернет-магазине «Желюзник.ру»? Для того, чтобы снять ширину, вам понадобится рулетка. Ширина снимается от замка штапика до замка штапика. Замок штапика – это там, где штапик соприкасается со створкой профилем пластикового окна. Итак, ширина. Все размеры снимаются в миллиметрах. 550 миллиметров в нашем случае. Записывайте на сайт. Высота. Высота снимается по габаритам изделия, то есть вместе с коробом и по нижнему краю направляющей. На левую створку мы будем монтировать уже по традиции на саморезы. Вы можете смонтировать на скотч, если створки сверлить вам неохота. И меряем прямо от верхнего горизонтального откоса до низа, минус где-то сантиметр-два. Где-то у нас получилось 1300 миллиметров. Записываем на сайт. Ширина правой створки снимается аналогичным образом. .445 миллиметров. И высота. Также отступаем от низа пару сантиметров, 1220. Обратите внимание, для установки рулонных штор с пружинно-инерционным механизмом нужно, чтобы окно соответствовало определенным требованиям, а именно штапик был плоский. Вот эта вот часть была плоскость. Именно вот в эту область будет клеиться P-образная направляющая. Штапики бывают разной конфигурации, полукруглые, срезанные под 45 градусов. Должна быть плоскость, и не сильно он туда утопленный. Ну, где-то миллиметр-два допускается, но бывают совсем туда вглубь утопленные. В этом случае смонтировать шторы данного вида не получится. Присмотритесь к системе мини. Друзья, и в том случае, если вы решите установить рулонные шторы с пружинно-инерционным механизмом вверх ногами, чтобы окно закрывалось снизу вверх, ручка у вас, то есть, здесь вот была, и вот так вот оно закрывалось. В этом случае, соответственно, размеры могут у вас немного поменяться. В моем случае вряд ли они поменяются. Меряйте наоборот. Верхняя часть будет, короб будет по нижнему краю. И здесь минус 2 сантиметра. Также у меня 1220. И, соответственно, здесь я тоже короб положу на подоконник. И вверх у меня также будет 1300. Все, размеры сняты, записываем на сайт, не забывайте посмотреть обзор ткани, это оранжевая кнопка «Смотреть видео». На этом все.